Ну, начнем с сегодняшнего случая. Меня подвозит таксист. Я решил разузнать. То есть он мне задал вопрос. Вот у него камни в желчном пузыре. И узнал меня, говорит, вот как целитель, что вы мне порекомендуете. Ему 40 лет. Зовут его Дима. Ну и, как бы сказать, вот сразу мы включаемся в работу. Да, вот я рекомендую там отварить примерно килограмм свеклы в 5 литрах воды, чтобы получился сироп примерно всего лишь навсего 1 литр. И, значит, этот сироп пить для раздробления камней. Вот, а он мне задает такой вопрос: они выйдут через мочевой канал? Я говорю: стоп, через мочевой канал, я объясняю, мочевой канал и желчный пузырь ничего общего не имеют. Оно это у меня выходило, вот когда я начал лечиться, через мочевой канал, там камушки были, рези и так далее. Я говорю: ну это значит, камушки выходили из мочевого пузыря, либо из почек. Вот такого не может быть. И тогда я, значит, начинаю его расспрашивать. Говорю: вы знаете, ну вот вы представляете желчь. Желчь, для того, чтобы образовались в ней какие-то там твердые образования, она должна сначала загустеть. Поэтому для того, чтобы этого не было, надо разобраться там и с питьевым режимом, и с приемом еды. И так ему говорю: вы, наверное, едите, ну, как таксист вижу, раз в день вечером. Он говорит: да. Говорю: ничего удивительного, как раз в течение дня у вас желчный пузырь не работает, наоборот, все там скапливается, желчь никуда не выходит. И она имеет, естественно, тенденцию к тому, что становится более вязкой. А более вязкой жидкости, естественно, образуются разные твердые там конгломераты, вплоть до камней. Вот поэтому, говорю, первая рекомендация у вас должна быть такая. Это то, что вы съедаете вечером, разбить на 4 раза. Хотя бы так говорю. А лучше всего, конечно, это будет половина вашего рациона, чтобы жидкостные среды были более такие... жидкостные среды были более текучими. Для этого вам желательно где-то половину своего рациона, это чтобы у вас занимали овощи. Пускай там в тушеном виде, там в свежем виде. Но должны они. А дальше то, что вы там кушаете, каши там, мясо, что там привыкли. Ага, ну, вижу, он понимает. Я говорю: ну, естественно, воды. Если вот вы воды будете пить, тоже побольше. А именно, ну, хотя бы через 2 часа, через каждые 2 часа. По стаканчику. А лучше всего еще талой воды. Рассказал, как талую воду делать. Тогда еще будет лучше. То есть у вас вот эти все камушки, которые у вас пособирались там, они могут рассосаться самостоятельно. То есть надо создать условия. А если вот как медики он обращался, да, мол, вырежем этот желчный пузырь, и, как бы сказать, проблема с этим исчезнет. Она говорит: я не хочу вырезать желчный пузырь. А я ему отвечаю: раньше операция по удалению желчного пузыря приводила человека к инвалидности, его приравнивали как инвалида, к инвалидам, и, естественно, выплачивали там какие-то там денежки. А потом, когда эта операция стала настолько широко использована, нормально. Вот. То есть он не хочет делать. Я тут заподозрил что-то такое. У него уже есть какой-то опыт.
Вот, ну, я напрямую его не спрашиваю, дальше мы разговариваем. Вот, и он рассказывает, что, ну, там лет примерно 10 назад, может быть, больше, ему удалили аппендицит. Аппендицит удалили, и через какое-то время что-то там случилось не так. Удалили еще метр тонкого кишечника. Я думаю, о, вот это оборотик, так оборотик. А я говорю, а у вас запоров не было? Вот раньше были, но теперь нету. И вот смотрите, все это камнеобразование и все эти последствия, которые вот привели к тому, что человека порезали, и в 40 лет он столкнулся с тем, что накапливаются у него камни, скорее всего, где-то в почке, что она болит, а он думает, что в желчном пузыре, хотя вроде проверен, говорит, в почке чистая, а в желчном пузыре там есть, но выходят они из почек, они из желчного пузыря. Но тем не менее, вот эта вся ситуация началась с запоров. В результате, что такое запор? Запор — это застой. Раз застой имеется в кишечнике, в толстом, вот эти все выпады, естественно, там отравляют ближайшие органы. Плюс, я так понял, что он за питанием и не следил, так знаете, как там придется, там питался. То есть невежество такое было. И вот это вот невежество в питании привело к запорам, далее привело к отравлению, значит, органов брюшной полости, что, естественно, первым пострадал аппендицит. Аппендицит вырезали, естественно, причина как была, так и осталась. И она уже, значит, дала свои результаты на кишечник в последующем. Недолго думая, опа, удалили кишечник вместо того, чтобы как-то расспросить человека, а что ты ешь, а как ты двигаешься, а как ты спишь, а как ты ходишь в туалет и так далее. Я еще спрашиваю такую вещь. Вы знаете, вот желчь — это, и как и моча, это субстанции, ну, жидкие. А вот когда вы, допустим, ходите в туалет, что вы видите? Вот я вижу такую концентрированную струю. Ну, ничего удивительного. Мало жидкости пьет, значит, много шлаков там выделяется. Концентрированная, значит, моча приводит к тому, что в конце концов в ней выпадают различные там камушки. Образуются вот эти вот камушки, образуется песочек, потом все это проходит. И, естественно, все это вызывает боли. Если бы не было боли, да и фиг с ним. Там вырезали там аппендицит, вырезали там пол кишечника и дальше живет. Но боль, вот боль, я об этом говорил, боль учит человека, заставляет задуматься. Да, заболела я, понес к врачу, он там недолго думал, а, вот это у тебя болит, чик-чик-чик, а, все, готов, здоров, здоров. А что дальше? А что дальше? Оно опять уже болит не то, а совсем другое, и все, грубо говоря, по нарастающей, хуже и хуже. Так вот, концентрированная моча, это говорит о том, что мало потребляете жидкости. Значит, режим приема жидкости надо увеличить, чтобы этого не было, чтобы у вас регулярно там происходило, чтобы вы входили в туалет регулярно. То есть, как мы машину загнали на ТО, там всунули датчики, выхлопную трубу определяют, какая концентрация там углекислого газа, там, как сгорают газы, и поэтому судят, как работает мотор. То же самое мы можем поэтому судить, а как у нас работает организм. Да, если у вас запор, да нифига, все там у вас отравляется. Если, значит, концентрированная моча, естественно, скоро вы получите камни. И все это приведет к тому, что это еще хорошо отделался. А далее на этой почве могут развиваться различные микроорганизмы. Онкология тут как тут.
Тем более, если говорят, что это она от грибка образуется, то грибок как раз любит вот это болото стоячее. Ну, короче, мы с ним поговорили, я ему сказал, питаться 4 раза как минимум разбить вот это вот. Желательно, значит, рацион изменить. Пить воды по стаканчику через 2 часа или хотя бы по 100-150 грамм. Но это, если будут пить талую воду, это будет еще лучше. Плюс утречком натощак выпивать столовую ложечку какого-нибудь масла, желательно льняного, для того, чтобы работал желчный пузырь. И все уйдет. А если этого не делать, естественно, это приведет к вот таким результатам, которые он получил. То есть лечить человека или обучать. Видите, какая разница? То есть его можно до такой степени залечить и думая, что он будет здоровый, что мы вообще его, ну он уже, грубо говоря, инвалид, да, мы его сделаем вообще большим инвалидом. Либо же обучить, для того, чтобы он понял, как он, вот как машину мы там, маслица там, надо поменять, там фильтра поменять, ТО вовремя сделать, чтобы мы вот эти вот вещи могли делать вовремя и знали, как работает наш организм, и судить об этом по выхлопам, которые из нас выходят. Это первый случай.